Вот он, чайник, стальная бодрость. Вы звоните, заказывайте, бронируйте для себя тот предмет, который нравится, потому что, знаете, пока эфир закончится, вы будете ждать. Может быть, чего-то уже не останется в наличии. Поэтому, если вам понравились предыдущие лоты, записывайте. Этот чайник «Стальная бодрость» имеет лот 24-295. Сейчас в нашем прямом эфире выгода в 700 рублей, да плюс еще и подарок. Подарок, не забывайте, сегодня крем для вас. Специально предназначен. Пока ты поставила чайник на плиту, я хочу взять еще остальные наши чайники. Я уже себе все себе, понимаешь, забрала. Вот у нас еще один. Кстати, обратите внимание на форму этого чайника. То есть этот чайник будет закипать очень быстро, потому что ровное дно, которое сверху превращается вот в такой вот купол, вот он сходится, обратите внимание, четыре цвета, которые у нас сейчас представлены на выбор. А вот вода будет закипать очень быстро, потому что, ну, во-первых, конечно, это нержавеющая сталь, которая быстро, мгновенно забирает тепло от любого источника энергии, тепла, неважно, это будет газовая плита, электрическая, индукционная, или же это будет какая-то мобильная плитка, которую мы берем на дачу, например. Вот, чайник будет нагреваться очень быстро, благодаря куполообразной форме, где аккумулируется все тепло. Ну и, конечно же, посмотрите на сам механизм, в котором у нас есть свисток. То есть его не нужно снимать, не нужно будет брать какую-то дополнительную прихватку, как это было в старых советских чайниках. Ой, как когда, сложно открыть. Снимался полностью и свисток, и крышка выпадала. Вот почему так сложно открыть мне крышку? Вот сейчас это было сделано специально для того, чтобы... Вот смотри, какая происходит ситуация. Так. Когда мы пытаемся вот налить нужно кипяток, и если крышка держится неплотно, то в момент, когда мы переворачиваем, она может выпасть, и, соответственно, паром, а ожог паром считается один из самых сильнейших, обжечь руку. Вот. Ага. То есть благодаря вот этим двум моментам мы заботимся о безопасности ваших рук, чтобы вы ни в коем случае не обжигались. В первую очередь, техника безопасности — это один из самых главных моментов на кухне. Итак, благодаря вот такому вот выбору из четырех цветов вы можете, позвонив в наш колл-центр, заказать любой, который вам понравится. Слушай, итак, ты знаешь, действительно сложно его открыть. Так, и мне очень нравится, что у нас еще чайник со свистком. То есть, когда необходимо, чайник засвистит, и мы услышим, что чайник вот, чай готов. Начинает. Вот он начинает так, закипать. Ну-ка. Слышу. А, кстати, у нас есть несколько цветовых решений. Посмотрите, коричневый, стильный, вот, пожалуйста. Вот такой мне очень нравится, именно бирюзовый цвет. Также у нас есть цвет бордо и зеленый. Ну-ка. Свистит, но причем свистит так ненавязчиво, как, знаешь, бывает, как чуть ли не паровозный гудок. И можно испугаться. Слышно, свистит, предупреждает нас о том, что вода закипела. Ну и, конечно, если мы откроем вот этот вот клапан, в котором находится наш свисток, мы можем запросто налить той самой горячей вкусной воды, которую мы хотим получить. Ну, а чайник, это же, конечно, тот кухонный аксессуар, тот кухонный предмет, который нас встречает первым на кухне утром. Ведь когда мы хотим попить чай или кофе, нам самое главное, чтобы закипело быстро, так, чтобы тепло сохранилось, потому что какое-то время, ведь так, многие кипятят чайник, ну и, например, отвлеклись, машину прогреть, там, женщинам накраситься, либо еще что-то. И, конечно же, нам в этом будет нужен вот такой вот потрясающий чайник, который, обратите внимание, отполирован до зеркального состояния, который впишется абсолютно в любую кухню. Хоть стиль модерн, хоть будет хай-тек, хоть какая-то классика. Вот такой вот шикарный чайник на 3,5 литра, на пол, даже самую большую компанию, которая будет у вас в гостях. Ну и, конечно, не забывайте, что сегодня все по 790 рублей. Это просто подарок для себе любимой. Мы сегодня подарки дарим не только себе, потому что у нас годовщина, но и вам. Вы получаете не просто чайник, вы получаете стильный предмет своего интерьера. Вы получаете возможность сэкономить сейчас максимальную сумму. И посмотрите, вот они, чайники, разные цветовые решения для вас.